Приветствует вас на всех языках мира Беклербек Ногай с рассказом о наших любезных, любимых татарах и татаристах. Начинаем свое видео. Начинаем свое видео с карты царства Астраханское. Астраханское ханство. Карта 1811 года. Начиная с этой карты, потому что запоминается в видео, и вообще в любом выступлении, только то, что показывается в начале и в конце. Но я постараюсь, в принципе, акцентировать внимание на том, что посередине тоже. Вот. Ну что ж, поехали. Наши татаристы, братья, утверждают, что всех в мире называли татарами. Согласен, но это не самоназвание. Я об этом уже говорил много-много раз. Я в этот раз собираюсь вам выдать на гора доказательства того, что я прав, а татаристы абсолютно не правы. Итак, главная мысль этого видео состоит в том, что татарами называли не современных казанских татар, а именно ногаев. Потому что сансы ногаи были распространены везде. То есть Золотая Орда это равно ногаи. Соответственно, будем искать доказательства, правильно? Вперед. Вот. Есть такой, даже как правильно назвать, не знаю, татарин что ли, Ризаэддин Фахретдинов. Вот. У него есть статья о национальности. Соответственно, вы сами можете прочитать, что он пишет, но на всякий случай я вам прочитаю. Название татары нам дали старые московские дьячки, не ведавшие об истории и этнографии. Начиная от русских до французов, все называли нас татарами. А теперь господин Баттал принимает это название. На самом деле мы обязаны не принимать эту ошибку, а исправить ее. Хорошо, что русские нас назвали татарами, а если бы назвали черт, то теперь такие люди, как господин Баттал, сегодня стали бы отстаивать мы не тюрки, а черти. Ну, повторяем, Ризаэддин Фахретдинов о национальности. Но я думаю, что вот эта вот фраза «хорошо, что русские назвали нас татарами, а если бы прозвали черт, то теперь такие люди, как господин Баттал, сегодня стали бы отстаивать мы не тюрки, а черти». Мне кажется, это должно стать мемом. Мем. Как я говорил уже однажды, не однажды, миллион разды, что татары – это ино-название. Экзоэтноним, если по-научному говорить. То есть татарами называли всех подряд, включая японцев, чеченцев, азербайджанцев. Ну, попросту говоря, татарин это слово, как нерусский, вот сейчас есть такое слово нерусский, да? То же самое татарин. Татарин значит это нерусский. Это для русских. А для европейцев татарин это просто татарин. Не знаю, от кого они взяли. То ли от России, то ли что. Ладно, поехали дальше. Ну, это у нас изображение воина. Вот. И теперь смотрите, я тоже акцентирую внимание. Маджму ат-Тавариха. Соответственно, видно, что это старинная книга. Перевод Ленинградский орден Ленина Государственный университет имени Жданова. Восточный факультет иранская филология. Выпуск 2. Вот. Печати, там все остальное. Собрание истории Маджму ат-Тавариха. Это известное произведение, по идее. Издательство Ленинградского университета 1960 года. Вот. Посмотрим, что она пишет в поддержку моей, ну, даже не теории, а доказанного. То, что уже давно доказано учеными, но татаристы этого воспринимать не хотят. Давайте, теперь внимание, кульминационный момент. Читаем внимательно. Раз. Это та страница, да, которая доказывает меня. Можно, конечно, здесь все прочитать. Кстати, интересно, вот, допустим, про Манаса. Возможно, что это Манас был соратником Тохтамыша, к примеру, да? Но я думаю, здесь основное надо прочитать другое. Сейчас мы доберемся потихонечку, не спеша, чтобы успели все это дело прочитать. Вот. В версии получила отражение и деятельность Тохтамыша в Золотой Орде. Упоминается в качестве союзника Тохтамыша Бахр Ибн Арун Кипчак. Как известно,
Барин. А, подожди, первое слово ширин, да? Ширин, барын, аргун и кипчак, четыре ногайских рода, впоследствии были известны в Крыму и в Касымове. Ну, там дальше можете сами прочитать, соратника Манаса, там туда-сюда и так далее. Но, с другой стороны, давайте дочитаем, наверное. Соратником Манаса показан Баба Али Хитай, который также является исторической личностью. Он был главным беком Абд-аль-Карим хана, правившего в Астрахани в конце 15-го, начале 16 веков. Соответственно, получается, товарищи в Астрахани тоже правили на Новае. Это вот к слову о том, что первое у меня фото было про Астрахань. Я хотел, чтобы его запомнили. И в то же время здесь тоже основное, которое то, что я говорил, то есть сердцевина, сердце это моих слов, доказательство, да, Маджмуат Таварих. Здесь тоже говорится, что в Астрахани жили Ноаи. И в то же время, смотрите, вы, наверное, все знаете, ну, те, хотя, которые немножко интересуются этим делом, все знают, что... И в то же время, братья и сестры, вы, наверное, знаете, да, откуда произошли так называемые татары. Вот, они же утверждают, что в Казань захватил Улу Мухаммед, Мухаммед, то есть Большой Мухаммед, Старший Мухаммед, типа такого. С ним были четыре рода, или четыре племени. Как раз вот этот перечисленный Ширин, Барын, Аргун и Кипчак. Четыре ногайских рода. Это я к тому говорю, что Улу Мухаммед захватил Казань и казанские земли. И, соответственно, там правящей верхушкой был кто? Правильно, Ноаи этих четырех родов. Абсолютно верно. И, соответственно, передали свое имя, свое то есть экзоэтноним свой татар. Нас-то называли татарами, правильно? Передали экзоэтноним всем окружающим народам, родам, племенам, или как правильно выразиться. Ну, я думаю, даже родам, наверное, скорее всего. Вот. Соответственно, делайте выводы. Маджмуат Таварих, ученые на нашей стороне. Смотрим дальше. Здесь вот, наверное, немножко оскорбительно выражено, да? Старикашка Исхаков совсем умом тронулся, запутался окончательно. Это не я говорю, это, насколько я знаю, казахи комментировали где-то. И, соответственно, вот такой вот комментарий я взял откуда-то, сам не помню, где откуда, честно говоря. И вот этот товарищ, ученик его, самый любимый мною, товарищ. Вот. Ну, ученик Исхакова, будем так говорить. Так. Ну, а это уже, конечно же, не Исхаков, а человек очень похожий на него. Если помните, вот в сказках, какой-то сказке там было, чем больше врет персонаж, тем у него увеличивается нос. То вот у этого персонажа, как видите, нос очень-очень длинный. Наверное, врет на каждом шагу. Но, повторяю, это не прокурора, а человек, похожий на генерального прокурора. Если вы помните из 90-х годов такую фразу. Вот, этот товарищ похож на Исхакова, но это не Исхаков. Поехали дальше. Соответственно, вот эти товарищи у нас кто? Татары. Марат Баширов, Руслан Нагаев. Почему Нагаев непонятно, совершенно не похож на Нагая. Юлия Валиулина, Марат Сафин, Данияр Белялетдинов, Чулпан Хаматова. Казанские татары, расскажи им про монголо-татар и Орду. Ну, наверное, они... Кстати говоря, какой-то из ученых... даже, а, это был Марджани. Марджани говорил, что татары... То, вот, кстати, он организатор этих татар, так называемых, да? Он говорил, что татары совершенно не знают ни про своих правителей, ни про свой народ, ни про свой народ, ни про историю вообще происхождения и так далее. Так что вот, пожалуйста, рассказываем казанским татарам про монголо-татар и Орду. Наверное, они этого не слышали. Поехали. Ну, вот это, разумеется, наш половецкий воин. Смотрите одежду, все остальное. Вот. Это одежда, реконструкция. Вот это половецкие бабы. Разумеется, вообще не похожи на татар. Или похожи? На Марата Сафина вообще конкретно похоже, да? Или как вы думаете? Вот. Ну что ж,
Давайте тогда вернемся постепенно к Астрахани. Расскажем немножко. Вот царство Астраханское, сейчас она, борьба идет за то, чтобы местные жители юртовских новаев, именно юртовских, почему? Потому что юрт это означает местные коренные, те, которые всегда, всю жизнь, изначала веков жили там. Это люди там, не знаю, может они раньше были хазарами, допустим, да, но в конце концов они стали новаями. В конце концов они стали новаями и несколько веков провели под знаменем Ногая, были ногаями и так далее и тому подобное. А в последнее время наш так называемые люди с длинными носами, врущие на каждом шагу, пытаются их переделать в ногаев. Вот. Хотя вот политика татаризации началась она приблизительно в начале 20 века. Соответственно, об этом у меня на канале много видео, у астраханских ногаев на каналах много видео. Подписывайтесь, смотрите, там есть явное доказательство о том, что именно ногаев астраханских переписывали в татары, присылали нам своих учителей и так далее. Поэтому призываю ногаев, ну, я понимаю, что просмотров будет там, не сотни тысяч, это 100%. Татары не все посмотрят, но хотя бы надеюсь, что ногаи посмотрят и поддержат ногаев, астраханских ногаев. Кстати, я вам скажу, прямо жители Астрахани, то есть тоже, которые местные, да, местные татары, местные казахи, кто там еще, местные русские, то же самое, активно поддерживают стремление ногаев к возвращению своего природного имени. Я как-нибудь сниму видео про татар, которые поддерживают, про казахов я уже снял, которые поддерживают ногаев в их стремлении. Ну и русские, естественно, вот Виктор Михайлович Викторин, к примеру. Вот. Так что местные жители все в курсе, что там живут ногаи, и никакие татаристы не могут этому помешать. Большая благодарочка местным жителям. Ну что ж, все, на этом финал. Запомните начало, середину и конец, иншаллах. Ассаламу алейкум, ва рахматуллах, ва баракатух.